Друзья, всем привет! С вами канал Охотничьи просторы Томича. Я его ведущий Александр. Значит, в предыдущих роликах вы видели пулю Лина отстрели, пулю Люман в двух вариантах навесок. И сейчас будет такая интересная пуля. Кто помнит из старых охотников, да, были у нас такие пули Позис. Калиберная пуля. Вот так вот выглядит. Давным-давно их уже сняли с производства. Вот эти пули у меня, так, не ошибаюсь, если я, с 2008 года. Вот, покупал их еще мой батя. Вот в закромах нашел, короче, вот, три пули. И вот мне стало интересно, как они полетят. Ну, судя по всему, я так понимаю, что здесь порох Сунар. Вот он мелкий, такой рассыпчатый. Не знаю, там видно что, Виталь, не видно? Нифига, да? Сама пулька, она идет небольшая. Ну, примерно, может, сантиметра полтора. Пуля калиберная, во вкладках. С таким вот лосем. Позис. Честно говорю, ни разу с них не стрелял. Вот в закромах нашел. Интересно будет попробовать, что это за пуля. Вот нашел 5 пуль. Вот 3 из них мы сегодня с вами отстреляем. Дистанция стрельбы составит 50 метров. Техника безопасности соблюдена. Ружье. Газоотводный полуавтомат МР-155, 710 ствол. И дульное устройство у нас будет прогресс эмочка, что означает 0,5, то есть он и получок. Давайте отстреляем 3 пули. Посмотрим, что это за пуля, с чем ее едят. Можно с ней раньше было охотиться. Ну, раньше охотились, кстати, отзывы по ней достаточно неплохие были вот у старых, да, охотников, кто еще успел с ними поохотиться. Я вот отстреливаю их первый раз, хотя пули у меня уже лежат, что получается, 13 лет, 13-14 лет. Давайте попробуем. Стреляем с упора. Грязноватый. А, видно, что, Виталь? Нифига не видно. Ну, примерно порошинок, наверное, 30-40 есть точно. Так, сам порох весь сгорел. Никаких частиц не сгоревшего пороха в гильзах нету. Все, пойдемте посмотрим результат. Что у нас
вот это разброс. Хотя вот целился как бы в одну точку, но разброс вообще колоссальный прям. Вот такая пуля. Для наглядности вот у меня есть всего одна пуля стрела. Что-то их, короче, вообще нет по всей России. Сняли их, что ли, производство, то ли что, непонятно временно. У поставщиков даже нету. Вот, у нас в магазинах уже, наверное, полгода ее нету. Не знаю, что за фигня за такая. Давайте для наглядности, я думаю, мы сейчас один раз бахнем пулей стрелой, потому что она всего одна. И посмотрим. Это вот точная пуля, которая точно летит с нашего ствола. Вот пуля стрела от рекорда, душманская пуля, заводская. Давайте вот произведем выстрел также на 50 метров. Посмотрим, как прилетит стрела. Так прилетела пуля стрела на 50 метров. Есть 11 сантиметров. Так, вот одна из, как их там называют, стопозисов. Прилетел 8 сантиметров где-то. Ну а эти вообще прям сантиметров 25. Ну, такие вот результаты. С вами был канал Охотничий Простор от Меча. Если цените и уважаете наш труд, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дальше будет интереснее. Всем удачи, всем пока.